Чучело Norseway прочные, реалистичные и сверхлегкие. Они производятся из специального мягкого полимера. Это делает их устойчивыми к деформациям и дает возможность складывать их как угодно. Благодаря такому свойству они займут совсем немного места в вашем охотничьем багаже. Одно чучело с лапой-подставкой весит всего 180 граммов. Кроме того, чучело Norseway имеет реалистичную окраску, которая выполняется вручную. Компания производит большое количество разновидностей чучел, повторяющих внешний вид и движение таких птиц, как белолобый гусь, гусь-гуменник, серый гусь, казарка, утка-кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, голубь-вяхерь, чернить-хохлатая, утка-гоголь, тетерев, огорь и другие. Компания Norseway производит также чучело серии «Антиблик». Эту серию отличает специальная матовая антибликовая краска. А покрытие этого чучела называется «Живое перо». Специальные краски совместно с покрытием «Ультравижн», разработкой компании Norseway, создают реалистичное свечение чучела в ультрафиолетовом диапазоне, диапазоне зрения пернатых. Точно так же светится и настоящее птичье перо. К тому же за счет поглощения большого количества солнечных лучей покрытие абсолютно предотвращает бликование на солнце. Влаги и морозов, кстати, чучело тоже не боятся, а за чистоту природы можно не переживать. Полимерный материал, из которого изготовлены чучело, является экологически безвредным и, в отличие от пластика, разлагается в почве. Так что если вы не только хотите заполучить желанный трофей, но еще и задумываетесь об окружающей среде, эти чучела – ваш выбор.